энергия. Да, если мы как сонные мухи вот сидим там на стульчиках, прям совсем спину, это разве сексуально? Ну и понимаете, да, очень часто в отношениях мы себе позволяем вот это помухачить. Что делать? Мухами стать, помухачить. Мухами стать, ну, сонный поспать. А, знаете, в отношениях спать нельзя. Потому что сегодня, да, мы с вами говорили о том, что вот Леночка сегодня рассказывала о том, что... Если для вас это перестало работать, или вы слишком устали, ну вот, ну не работает, или вы даже не находите сил там, заняться фитнесом, ну, например. Да им же нужно ваши туги, если рагатсмены вообще энергии, тратмонта рагатсахалия забота. Тогда можно сделать коротенькую маленькую практику, чтобы разжечь свою сексуальность. Да, я хвала махаска богата пинепшения, могла сексуальная практика, то мы лицам уже в чуанчия, в и я хочу предложить вам эту практику. Нам очень нужна эта практика. Очень нужна. А это лучше, чем помастурбировать просто? Вот, вы понимаете, девочки, мастурбация – это всегда клиторальный оргазм. Да. Мать, а тут будет влагалищный. А влагалищный там же больше гормонов женских. Да? То есть мы сумеем вызвать влагалищный оргазм этой практикой. Потрясающе, Евгения, давайте. А вы должны прекрасно понимать, девочки, да, чем клиторальный оргазм отличается от влагалищного. Реально стимулирует тестостерон. В принципе, это неплохо. Да. Да? То есть женщина более социально активна, то есть ей что-то хочется реализовывать, добиваться какого-то карьерного роста, движухи. Ну что происходит с нашим мужчиной? Вдруг он начинает, понимаете, да, блекнуть, энергетически падать, да. Перестает работать над собой, ленится, ложится на диван, песни поет, танцует. Вот если отскали, там ставшая мама, которая а витарем сад вам до чего утрирован, когда витарот та, сакам птиц армате басать ми вахтиют, маграм амшем тхавашим тхте вату шен скуртит, бабу мама катис тагни неба, да туки шен нигеб мама катис пункциев дарон, сис катис шен скуртит калихте вата, диван зенцевска твалеб сатриалебс. И с помощью клиторального оргазма как переходит в мужское состояние.
და ქალის სხვადასხვა სახის ორგაზმი არსებობს და კლიტორალური ორგაზმი ქალს აძლევს აი მამაკაცური მდგომარეობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცითრომ კლიტორი არის მამაკაცის პენისი. Вот патара, патара. Если вы видите, что ваш мужчина больше, да, его ничего не стимулирует к росту, ему не хочется достигать ничего, не хочется дарить вам подарки, не хочется говорить там вам слова любви, значит, скорее всего, вы, а если он даже входит в конкуренцию с вами, да, это вообще кричит о том, что вы, скорее всего, в мужском состоянии. Тут такой не мама, как ты, кицрепт конкурируешь, хо, а ну такой же конкуренция чтеба. Томас, ეგარება იმის სრული რომ კაგანები როს საჩუქრები გაჩუქოს შენზე იზრუნოს ეს იმას ნიშნავს რომ შენ შეხვედია მამაკაცურ მდგომარეობაში და ის უკვე აღიქოს როგორც მეტოქეს და შესაბამისად სასწრაფოდ ქალი არის გასაღვიძებელი. Мне тут задали вопрос, а всегда ли женщина виновата? Девочки, вы никогда ни в чем не виноваты, ничего никому не должны. Вы должны себе счастливую жизнь. ანუ კითხვა იყო რომ ყოველთვის ქალი არისო დამნაშავეო და არავინ არასოდეს არაფერში არ არის დამნაშავე, მithmetes ქალი და არც არავისი ვალი არ აქვს ქალს, ერთადერთი ვალდებულება რაც გაკისრია რომ იყო ბედნიერი, შენ თავის წინაშე გაქვს ვალდებულება. Чем отличается, да, инфантильное детское состояние от взрослого? Вид განსხვავდება ზრდასრული ციფე ქალი ბავშვური ინფანტილური ქალისაგან. Инфантильная женщина, девочка маленькая, она будет искать виноватых во мне. Инфантилури, инфантилури кали. Неправильно меня воспитывал. Дайцгэпс цепнас. Мама как-то так воспитывала меня неправильно. Дайцгэпс цепнас. Мизезиса гарет, рой. Ар гами мартла, иси ар гамзардес, ис ар мумцес, рац унда моэцат, рамци цхоребаши ар ми мартлепс, хо? Холо зрдас, ципе калист, амас колапес тавиш едзепс. И вообще мужчина козел, муж мой, да? То есть он просто это полигамен. Как да, да, наша улепс. Понимаете, да? А когда мы говорим себе, это моя жизнь, это мой мужчина, мне изменяет, это мой мужчина, мне меня не хочет. Понимаете, да? Там это мой мужчина, мне ничего не дарит. Ром, эс мэ, ту галатус, ром, мэм галатус, чем. Ты центр, то, что ты говоришь. Ты мне армадлевс, рагатсас, да, патар, арчур, мисачурепс, эс მე არ ვიწევ მასში ამ სურვილს, ხო? Да ты поймёшь, что в принципе это же твоя жизнь, ты её строишь. А ну ещё не схорева, да шен ашене, папа. Не надо никого искать виноватых. А мама как вообще не задать себе вопрос. Ну, тебе нравится, это не нравится. Если не нравится, то нет. Да сейчас обамисать. Не нравится. Так, самотар тавс таусват кითხვა, რომ რატომ ხდება ეს ჩემს ცხოვრებაში? მომწონს მე ეს? Თუ არ მომწონს, თუ მოგწონს გააგრძელე იმის კეთება, რასაც აკეთებდი, ხოლო თუ არ მოგწონს, შესაბამისად რაღაცა შეცვალე შენში. У вас есть два выбора, девочки. Вот относительно вагинальных оргазмов. Это оргазмы зрелой женщины. Рад შეხება ორგაზმის სახეობებს, ვაგინალური ორგაზმი ეს არის ციფე ქალის ორგაზმი. Почему? Потому что она впускает мужчину вовнутрь. Она вообще вдвоём переживает, она позволяет его чувствовать. Она ему доверяется, она ему доверяет полностью, понимаете? Она не боится мамакацистуюсь да срулят это мамас. Вагинальный оргазм, она как будто умирает уже каждый раз, вот что такое оргазм, да? То есть вот эти нервные нейронные пути, они отмирают старые, формируются новые. Ყოველი ორგაზმის დროს ესეგი ძველი ნეირონული ქსელი მიშვება, კვდება და ახალი წარმოიქმნება. ეს ერთგვარი ახლა. Ну иногда, конечно же, да, вот взять на себя ответственность, стать взрослой женщиной очень сложно. Маграм ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია, რომ აი მოშენს თავზე პასუხისმგებლობა შენი ცხოვრებისა და შენი ბედნიერებისა და გახდე მართლა დასრული და მართლა მომწიფებული ადამიანი. Очень вкусно. Ну очень. Маграм ძალიან მიმრიელი მდგომარეობა. Испытывать вот это, да, вот эти потоки оргазмические, когда взрываются реки внутри, да? Когда твоя вагина пульсирует, когда ты живая, это, знаете, ну, давайте, Женя, давайте уже это сделаем. Ну, девчонки, если вы попали сюда, значит, вы готовы уже к этому? Тук як махдите за гим затхартам. Знаете, вот вы все верующие. Я знаю, что вы все верующие. Но если вы правда верующие люди, да, значит, вы будете доверять Богу. Понимаете, доверять выбору Его для вас, вот это за супруга. Доверять секс. Понимаете, да?
თუკი თქვენ გაიჩენეს მამაკაცი და შეერჩიეთ ეს ადამიანი, შესაბამისად უნდა ენდოთ მას. Ну, я бы сегодня, девочки, да, войдём внутрь практически себя, ощутим себя. Ну и надо понять, что всё начинается с мужчины и женщины, вот даже даже цифры, вы знаете, что значит, с чего начался мир? Что вы знаете? Что первое? Ноль. Нули. А вы знаете, что в арабском, это же арабские цифры, да? Что это такое? Это вагина. А что такое один, девочки? Нули, а это член. Это член, девочки. А что такое три, девочки, да? Сами раз. А что такое? А два. Опа. Два, девочки, знаете, что такое два? Я вам нарисую, что такое два. То есть мы знаем, это вагина, это член, причем такой хорошо стоящий, как мы любим. Хорошего размера. Один должен быть хороший. Девочки, два. Это соединение. Это преклонение, когда мы преклоняемся. Смотрите, это человек с преклоненной головой. Ეს არის თავდახრილი ადამიანი, როდესაც კეთს მოუხრები ორი ადამიანი. Я понимаю твою мужскую силу, говорит женщина, да, она как лебедь, да. Да, мама, как кетс ухрис да рубнева, мужчина, мама, как взялась в мире. И не стыдно, девочки, встать на колени перед мужчиной? Да, слава царя, если стыдно, то мама, как здесь цинаше, мухрим с этой. Если нам не стыдно ради этого встать на колени, ему не стыдно ради вот этого, тоже встать на колени. Хо, да тут еще нтгебе мисс цинаше, мухрим за исис тгеба шесть цинаше. Поэтому все зависит от женщины. Ваша жизнь зависит от вас. Ყველაფერი ჩვენზეა, ქალებზეა დამოკიდებული. Поэтому давайте это уже сделать. Я обещала технику некую, практику, дать практику. Опять заболталась. Что с собой делать, девочки? Давайте практику. Энергии много. Что надо сделать? Энергия. Встаем. Гелит. Встаем, девочки. Понятно, да? Где сексуальная энергия живет? Сарфоров, что не сексуальная энергия? Матка. Сожилось наш мат. Внутрис крови. Для того, чтобы матку разбудить, понимаете, да, что там мышцы как-то нормально собрались. И матка способна возбудиться, активизировать эти потоки, да, активизировать свое сокращение мышечное, да, тогда, когда вы в электрическом состоянии. Вот и сацкали, оргазм вообще, машин сожилось, ну, пульсирепс, да, и кумше вами секунды. А как добиться этого оргазмического состояния? Да, рогу мире, вот это помолял, папа. Через что? Через вегетальные мышцы, через боль. Ам ჩვენი ვაგინალური საშოს კუთების მეშვეობით. Значит, когда мужчина говорит: "Ты ноль". Он прав. Тогда сама мама говорит: "Не чуешь, что я сахара?" И там ноль я говорю: "Синяки в Чикаго". Ты же не палочка делаешь тогда. Почему я могу без палочки? С палочкой ноль. Маши задали, чем ертиян, чем идёт. Все, девочки, включайте. Смотрите, сначала мы будем с вами выполнять практику, которая позволяет активировать активизировать в принципе энергию. Вот смелотерапия тоже позволяет активизировать энергию жизни. Да? И эта практика тоже позволяет. А ну сицоцхлес энергия, да. Суакти, говорю, ты себя же сицилис, то есть зогады энергия сицоцхлес. Мы сжимаем только как кольцо входа в вагину. А ну шесасвен, сашо шесасвен. Могу чирит кауши. Прикрываете вход, расслабляете вход. Прикрываете вход. Могу чирит кауши. Ваше внимание должно быть на клиторе. Так, ура, треба клитор за миакцией. Вы направляете внимание на клитор и сжимаете, да? Ура, треба, когда я... Я сейчас ставлю музыку, вот, вот в этом ритме, можно закрыть глаза. Лица, как шо? Так, да. А что? Сейчас они себе хотели. Это на чаку на рынке. Девочки, сжимаем, расслабляем. Вот это же ритм. Внимательно
Смех тоже дает жизненную энергию. Если энергия, она немножко мужского такого, да, вкуса. Это огонь. Это страсть. Но здесь на мужчине никогда не победил женщину. Потому что самый качественный эстроген – это эстрадиол. Это вторичный гормон. Когда вы активизировали эстрадиол, потом вы снова вдруг эстрадиол переходит в эстрадиол. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცეცხლის აქტივიზირება, მამაკაცის ჰორმონის აქტივიზირება, იმიტომ რომ ქალური ჰორმონი მე ამისგან გამოიყოფა მეორადი ჰორმონია ეს. Поэтому не бойтесь своих мужских проявлений. Амитом თქვენი მამაკაცური გამოვლინებების ანუ შეგეშინდებათ. Не бойтесь своей активности. თქვენი აქტიურობის ანუ შეგეშინდებათ. Чем больше активности вас, чем больше мужчин у вас, тем больше потенциальной женщины у вас. Стараться про мети, а из мама кацули гамовлинеба, потенциалурат мити про мети кали арис тконшиц. Ану арис имис ше сазвеговоро карда икнас калу гормона. Жмай, молодцы. Жмайте, активничайте. Девочки, теперь мы жмать будем вместе с движением таза. Жмаем. И движение. Тан ракетевт мозраобас, тан менджис мозраобасац вамадет. Добавляем движение таза. А какие тут квартиры? Движением тела. Можете абсолютно везде шею сделать. Но не забывайте сжимать зону входа в вагину и внимание направить в клиток. Да, а вдруг если им вагинал пунктец лучше, то Саша с пунктец. Постарайтесь, чтобы движение было максимально резкое, максимально страстное. Просто проще, или вы не меня Хорошо, да? Ах, пошло. Должно быть горячо, девочки. Очень горячо. Ну да, так цвет. Если мы отлично все, мы не видим. Девочки, теперь переходим уже в зону глубинной зоны вагины. Я просто мазу. Смотрите, сжали ту зону, которую мы с вами скрещали, и на вдохе втянули вверх. И расслабили. Опять сжали, втянули вверх. Расслабили. Можно втягивать, девочки, мышцы ануса. Недаром Леночка рассказывала про анус сегодня. Это очень важная мышца. Научили анус массаж. Через нее можно найти оргазм вагинальный. Почему больно? Может быть, это блок какой-то встает. Знаешь, если мы не трогаем, не уставали. Это просто пройти. Жилет позволит этому случиться. Энергия приходит, что магия. Да. Жаль, потянули. Жаль, потянули. Дальше тянули, расслабили. А теперь сжали, потянули, девочки, держим. Эхо, поучилит, а вещетка, вычилит. Держим. Зона должна быть, как знаете, на самом высоком этаже. Лифт. Работает. Сартузиавы. Тело свободное. Вычилит. Мышцы сжаты. Подтянуты с помощью мышцы, поднимающей анус вверх. Как лифт. И выжимайте активно, резко, ярко. Держите. Если мышца расслабилась, мы ее обратно собираем. Руки модунда и все моучили. Закройте глаза. Шагите ли отваливаться? Держи, держи, да. Ты двигаешься, держишь мышцу. Чувствуешь, девочки, внутренний зон вагинальный. Теперь опустите внимание клитор. Шею где и ногами зонами. Но опять сжимаем, девочки, если расслабились, и держим. Внимание, ставим в высокой точке. Раче либо зима кайпанья с энергия, так и джирос. Как еще идут, девочки? Какой шаг с нулебия? Жарко. Жарко. Девочки, теперь давайте поработаем над маточным оргазмом. Смотрите, если вы услышите... Смотрите, первое упражнение для разгона клиторального оргазма. Второе упражнение для разгона вагинального оргазма. Секрет оргазма – внимание. Да? Вот если вы научитесь внимание держать в правильной зоне,
Вот там это и случится. А ну, товарищ, саидум оргазм, саарис, и маши ту садарищени урад. Удовольствие. Ту клиторзе урад леба, клиторовый оргазм и треба. Ту сашо зея, сашо с оргазм. Ту сашо лосинозе, сашо лосинозе с оргазм. Для маточного оргазма можно будет присесть. Но присесть таким образом, чтобы чувствовать вагину. Куда дальше, да ты все ром, как сканс. Пусть идите на вагину. С шори сиром и хэм. И девочки, что мы делаем? Теперь мы на выдохе выталкиваем маточку. Кто рожал, помните, да, что мы таким образом подталкиваем ребенка. Кому сунтуся, стихко сичин тебя, а цоби любурца, если бы шоп я руку слышал, а цоби сажу, если бы шоп я руку слышал, и помогали им продвигаться по родовым путям. Понятно, девочки, да? Мы будем делать вот в этом ритме активно. Подталкивание матки вниз. На выдохе. Здесь вот такой, знаете, часто закрываем глаза. И как собачка, практически дышим как собачка. И подталкиваем матку вниз. Представьте, если девочки, вы находитесь на мужчине, вы таким образом прикасаетесь к его головке. Ласкаете его головку. Вот представьте, что вы сейчас сидите на своем любимом мужчине. И маткой прикасаетесь к головке. И дышите как собачка. Все, ритм сейчас задам. А мне вот и твой гаджет туалет. Там гаджет все стекло. Гаджет все сратмал, да. Мы все смотрели тем жалобс, а мы все смотрели тем жалобс. Да, ритм понятно. Сидим на водине, вставляем что на мужчине и подталкиваем матку на свою голову. გადალახავს და აიღებს ხო იმ შემთხვევაში ადამიანი თუ მიდის ამ გზაზე ჯერ პატარა პილინგი იქნება მერე დიდი გზა გახდება და იქნება აი ის ფეიერვერკული შეგრძნება და ის საუბრობთ. И вы наверняка знаете, что навык, то есть как практика становится навыком, если мы минимум девочки, ну вот если для мужского мира 21 день, для женского мира 29 дней. Ану имисатвис, რომ ეს უბრალო ცოდნა გახდეს თვისება, ხო და მოგცეს შედეგი, минимум 29 დღე კეთდება. Практики очень коротенькие. Просто надо не забывать ежедневно практиковать. Убрало могле практика, товари арта гауцвес та коротки. И в какой-то момент вы поймете, да, я уже чувствую себя, чувствую себя. Да, раз мы мечи шейкс, но кром шина да, 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 კითხები თუ გაქვთ Ну, я думаю, девочки, вы заслужили отдых. А, ну, у нас
заключительное слово есть с кастингой, да? У нас завтра продолжение мероприятий, да? Да, да, смотрите, у нас завтра здесь проходят три мастер-класса, уже отдельные платные мастер-классы. Ану хвал личного дама дэбити мастер-класса бикасиями. Пытаюсь вспомнить, что я хотела вам сказать, по вопросам вспомню. Переводить можно? Да, я переведу. Ану хакал их сэнэ форам идё дамитко. Ты про завтрашний семинар скажи. Да, 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 конечно. Мне говорили, что в прерыве у кого-то здесь были болезненные ощущения. Ану, родесат с Евгением, как вы кайте пина. После практика. Да, да, да. Кентагас кондат гулис ареши рагаца десети арасасия мовно шекснебеби. Дарча вин месе шекснебеби. У кого-то еще были такие ощущения? У меня всегда тяжело. И вот я помню, что вы подошли, да? Маленькая витаминка, чтобы вы могли работать с этим в направлении. Ану эссенция туарис, гумширо гормовити. Вспомните самую большую боль, которую вы пережили с момента своего детства, ну, насколько вы помните. Как занят такой Николай Завидский? Или раз конец уровень? И если сами не сможете, конечно, нужен помощник. Я могу вам помочь, если вы доверяете. Вы можете почувствовать. Да, но сегодня уже другая тема, поэтому я чуть-чуть. Вам просто нужно вот эту часть своей жизни пойти с осознанием. А ну, а есть период, когда вы в театре пришли посмотреть на то, что в вашей жизни вот такой сюжет. Да, нахука, газре булат миутке, да дай нахора горд титкос театр ши угуре памаз, титкос ан кино су угуре пхо, ром ай ес хтеба да шин каре да нагольд тебе имаз. Если вам нужна моя консультация, вот Женя говорит, пожалуйста, я с удовольствием. Может быть, нужен проводник? Ту, да, хмаре бакчатева, нам так вообще, я сейчас там уже вообще, как бы хмаре по Евгении. Ну, даже если вы научитесь смотреть со стороны, как бы на себя в том событии, которое вы пережили, вам уже пятый, шестой, седьмой раз посмотрел, будет спокойней. А потом в какой-то момент все равно родится та любовь, которую мы все ищем. Эту практику продолжая, она будет раскрывать ваш свет. И в какой-то момент вы просто поймете, что вы этим светом из сердца, как бы вот эту сцену с театра окутываете и как бы прижимаете себя там, как ребеночка, и поплачете хорошо. А ну раз вот это сидите, если я вам кино театре вид, хо, рад сидит косу куреп, гвердит дана была пес. Эрт хелор джер сам джер худ джер экус джер кагетеп. Да, овел джер зе сугу про да упро айс негативные эмоции мухти да агалдеба. Да мэри раз вот это тиция, рад мухуса практика Евгения Мром. Пулидан ром знатели гамодиода, да схиви гамодиода, хо. Ам схивс, ам сценас, ам მოვლენას ხო აი ამ მომენტს ჩვენი ცხოვრებისა ამ სხივს ვაძვით და ამგვარად ვიღებთ. Иван, вы если подара бабушке ещё есть ситуация, да, души их утеп, да. Да, отпо. Как ребёнок. Позитивная энергия сразу. Да, ребёнок. Нет, ничто. Нет. Если я вас подожду, если нужно будет подмилушка, проведу больше, да, подскажу больше. То как усвоили, что эти лет, ром да вам тоже тут приходит Евгения Стантен, так и хмары там. Если вы прикоснулись к своему источнику сердца, увидели вот эту энергию, которая раскрылась за пределы вашего тела, вы никогда не потеряете с ней уже связь. Через неделю, через месяц будете делать. Тут я не хочу, чтобы ты не остался Он уже не потеряет связь с ними, он сильно. Для тех, кто понимает русский язык, у меня есть такие домашние, как бы говорится, подсказки, домашние работы, которые можно слушать на видеодиске и прорабатывать больше работы, которые требуют у каждого. Арис, это аудио или видео? Это видео. А, ну аус. 10 уроков. 10 видеоуроков, 10 тренингов, по сути. Ага, Аню, а ты видеотренинги, Арис, дискзе, для чего, что дает? Там сбор практик, которые идут как выравнивание отношений в паре. Эс Арис, практики, я беру, Марис, Гехмарева, Цубил, Шиур, Тьер, Тобе, Виста, Салаги, Блата, Гармония, Шиур, Сахана. Кому будет интересно, я просто расскажу, что вы сейчас... Шейк, Тьер, Кит, Хот, Висет, Скаут, Интерес. И по поводу кратко завтрашнего моего семинара.
Палител семинар за Чехова. Он, конечно, будет интересен тем, кто в отношениях находится сейчас. И супром метод заинтересован матвис, висяц каус мецвилле да уртиертобеби аукс мамакацтан. Тем, кто хочет выровнять отношения с бывшим мужем, с бывшим парнем или с парнем, который как бы еще принимает решение, как женщина. А себе ту видаром, а хопултан да алаком ткомареоба, ром уртиертобеби гатбеста нормалу донезе гандавитес. Это тоже моя уникальная работа, которую я делала лично и предлагала эту работу нашим участницам в центре. А что значит «выше»? Что? Вам, то есть как выровнять что? А, это я сейчас сказала, что это с бывшим. А, тот парень, который был в отношениях с вами. Ну вот был, вы были в отношениях и отношения расстались. Да. Это я это говорю. Угу. Да? А ту работу, которую я вам предложу, она на моем опыте, на опыте очень многих уже людей, показала результат, что происходит с вами и с мужчиной, когда вы эту практику делаете. И дальше говорите. Да, интересно. То есть смотри, у меня, например, я свою сторону отработала полностью. У меня есть бывший муж, с которым я 25 лет прожила. У меня к нему вообще ничего нету, кроме благодарности за детей, за имущество и вообще за все. А он со мной не разговаривает. Я бы его как брата а у него прямо обида такая. И мне очень хочется, чтобы человек не мучился бы этой обидой, а чтобы у нас было бы нормальное отношение. Понятно, что мы уже мужем и женой не будем, но чтобы дети не страдали, чтобы вот нормально дружили. Если сказать кратко, это в точку. Да, я срезонировала по этому. Если сказать достаточно серьезно на энергетическом уровне, захватывая то, что мы все женщины, хранительницы рода, о которой была речь, носители информации от первой женщины, и когда с нами происходили разные насилия в разных отношениях, и эти насилия запечатаны в нашей памяти. Это. И второе, когда мы, отталкиваясь от мужчины, заставляя их что-то делать для нас, забирали их силу, энергию, забирали их силу души. И на этом по негативному развитию шли. Так вот, в этой практике, я сейчас не сильно много говорю, в этой практике мы возвращаем им все, что мы взяли у них, по их родословной. А, поняла. Что происходит по побочным действиям? Ну, кто переведешь, да? Да, потому что очень дурные были, молодые, очень. Да, что происходит в этом побочном действии? Он, конечно, первую неделю получает иммунитет, что ему со всем этим делать, и начинает чувствовать все, как мы вот себя накачали чувствовать, да? То есть сюда мы их накачали, а вот здесь от нас зависит, что у них здесь, это от нас зависит. И когда мы начинаем возвращать ему всю эту силу, энергию, его душу, его славу перечисляла, да? Его могущество, его, опять же, ту же потенцию, все, его достаток, его изобилие. У него вот эти мои результаты, о которых я вам говорила, что я увидела, что происходит в нашей семье, это происходит, ну, просто как за неделю, месяц. Я же понимаю, что не для камеры, да, для записи, для эфира, вы все выбираете не дурака. Вы выбираете умного мужчину, правда? Да. Умный мужчина знает, как деньги сделать, как приумножить, как вас любить. Как говорится, недостойного выбираем, если себя не знаем, вот лишь бы кого-то. Если вы уже мужчину выбрали, и вам нравится этот мужчина, вы понимаете, что ну, он вас вот, всей своей внешностью, всем своим ощущением вот, зажигает то, чтобы быть с ним, вы для него все сделаете. А когда вы отпустите вот эту силу насилия, в кавычках, да, которую я сказала, отдадите ему это все его энергии света, у него энергии света не меньше, чем у всех нас, он возьмет вас как пылинку и все, что вам нужно, вам принесет. Ну, женские практики никто не отменял. Сексуальные. Мне очень важно, потому что он одет ваших детей, и мне очень хочется, чтобы... Я не знаю, как его переведешь, я не знаю, как это донести. Это завтрашняя практика, которую... Да, я бы не жду. Кстати, очень важно, это для девочек. Буду рада, кто... Мы подготовили 50% скидки, я бы сказала, да? В общем, нужно с хорошей девочкой. Если вам сейчас стоит. О, только интересно, только могу еще и клиент.
კითხები დაუსვათ და რა თქმა უნდა ხვალაც ჩაეწერეთ ისაც გაგვიგზავნით. Если будет интересно, я покажу. Да. А девочки, я рекомендую. Очень важная практика, очень важная тема. Ну, я думаю, что вообще очень сложно говорить, что не важно. Все вкусно, все интересно. И родовые вещи, да? Завтра род будем дальше. И он тоже интересно, он опять сатируа. И, соответственно, построение отношений с мужчинами. Гамитаревистис, армянистис. Я, знаете, я жажду знаний, все хочу знать, все хочу уметь. Урули, цадлис урули. Поделиться. Поэтому, девочки, наверное, время, пора отпустить вас, чтобы вы подумали, почувствовали, да, и с новыми силами завтра приходили на то, что созвучно вам. Туга, кинтхэби, модит кого-то, да, все так. Все, спасибо. Спасибо.